организма получила полноценное, 100% полноценное питание. Почему? Потому что правильный завтрак – это на самом деле не только сытость и возможность быть энергичными, а это прежде всего возможность контролировать свой вес, возможность насытить свой организм правильными, полноценными питаниями, правильным полноценным питанием. И поэтому очень важно, чтобы завтрак в себя включал те необходимые, любимые ваши продукты, но с каким-нибудь дополнением, с дополнением из пищевых продуктов. Поэтому, предлагая волны завтрака, Oriflame говорит о том, что не отказывайтесь от своей любимой овсяной каши, просто добавьте в нее коктейль. Обязательно во время основного приема пищи или сразу после него выпейте Wellness Pack, и это будет действительно важной составляющей. Почему? Потому что завтрак – это... И его преимущества достаточно велики. Вы получаете с таким правильным wellness-завтраком более 20 микронутриентов. Это очень важно. Вы получаете энергию, вы получаете сытость, вы контролируете свой вес и понимаете, что продукты, которые вы сегодня съели, это на самом деле... То, что разработано в Швеции, то, что дает возможность нам говорить громко и гарантировать высокое качество. И вот о wellness-завтраке я хотела бы вам предложить посмотреть небольшое видео. Внимание на экран. Итак, это wellness-завтрак. Это не просто продукты, которые помогают нам насытиться, это те продукты, которые будут обогащать нас. Коктейль, обязательно wellness-пэк, но об этих продуктах мы будем говорить подробнее в течение нашего сегодняшнего вебинара. Но есть еще одна очень важная составляющая, это наш ужин. И для того, чтобы его не пропускать, потому что никто не сказал, что голодать или кушать один раз в день – это правильно. На самом деле важной вещью является правильное потребление продуктов питания. И в данном случае у нас есть замечательные продукты. Это наши супы Natural Balance, которые входят в рекомендацию компании Oriflame как wellness-ужины, и они содержат низкий гликемический индекс. И в данном случае скажу, что это тот прием пищи, который дает вам возможность крепко уснуть, не уснуть голодным. И вспоминаю, что там в холодильнике у вас лежит, а уснуть крепко, и плюс контролировать вес и снижать ощущение вот, чувства голода. Я хотела бы еще напомнить о том, что по мнению очень многих диетологов, немного разнится ситуация, когда же последний раз перед сном принять еду. На самом деле 4 часа до сна – это не совсем правильно, потому что вы ложитесь спать голодными, вы хотите кушать, а вот 2,5 часа, 3 часа – это нормально. 2-2,5-3 часа до сна, когда вы принимаете легкий ужин, а не шашлыки, хотя это тоже очень вкусно, и от них иногда просто невозможно отказаться, но тем не менее это дает возможность вам контролировать опять-таки свой вес и не испытывать ощущение голода. Поэтому в данном случае для того, чтобы
правильно завтракать, правильно ужинать, чтобы у нас были хорошие, здоровые перекусы в виде батончиков, компания Oriflame предлагает серию Natural Balance. И отдельно хотела бы пройтись по каждому продукту. Итак, у нас есть супы Natural Balance, которые представлены в двух вкусах. Это вкус, вкус томата и базилика, и отдельно вкус спаржи. У нас есть три вкуса коктейлей Natural Balance. Это клубничный, это ванильный, это шоколадный. В данном случае уместно сказать, что преимущества этих продуктов неоспоримы. Почему? Потому что создавались-то они на протяжении, ну вот, допустим, супы создавались 15 лет, коктейли создавались 9 лет. Для чего? Для того, чтобы помочь восполнить организм правильным, здоровым и полноценными питательными элементами. И коктейли, и супы дают возможность нам использовать в своем рационе только натуральные пищевые компоненты. Не содержат никаких искусственных подкрасителей, никаких ароматизаторов, не содержат ГМО, содержат только низкий гликемический индекс, а он считается низким до 55. И поэтому в данном случае нам есть чем с вами гордиться, что мы можем быть энергичными от одного приема пищи до другого. И мало того, так уж сложилось, что на протяжении этого всего времени, пока создавались, разрабатывались, исследовались эти продукты, все-таки на здоровых людях, но с лишним весом, это тоже благоприятно отразилось. Для нас было большой радостью, когда мы увидели, что люди, имея лишний вес, действительно, ну, в среднем теряли достаточно очень приличный килограмм. Вот если посмотреть на то, сколько они теряли, то за 12 недель потребления категории Natural Balance, коктейлей и супов, была группа испытуемых в Гелиосе, в научном центре Гелиосе, на родине категории Wellness. 13 человек все-таки потеряли 7,5 килограмма, уменьшили на 5,6% жира в своем теле. Это достаточно очень хорошие показатели, которые дают нам возможность говорить о том, что мы не просто наполняем свой организм питательными элементами, а мы еще и регулируем вес. То есть если вес лишний, то, конечно же, естественным образом вы сможете его снизить. Итак, говоря о преимуществах и почему эти продукты полезны для нас с вами, очень важно понимать, что с одной стороны это снижение веса, это дает возможность нам быть более энергичными. Потребление супов, коктейлей и даже батончиков Natural Balance дает нам возможность избежать каких-либо перееданий, потребность в сладком. И к тому же, когда у нас регулируется вес, это приводит нас к более здоровому образу жизни. Мы с вами на пике двигательной активности, мы с вами будем более энергичны. У нас даже из-за того, что будет в норме вес, у нас повышается работоспособность, концентрация внимания, мы энергичны на протяжении целого дня. Полезность, ну, в целом, это и потеря веса, и то, что формула, она настолько уникально сложена, что здесь есть абсолютно все. Здесь есть белки, жиры, ненасыщенные жиры, здесь есть медленные углеводы, здесь есть клетчатка. Ну, это те продукты, которые дают нам ту правильную формулу, формулу функционирования клеточек нашего организма. Только полезные, только натуральные. И отдельно, конечно, хотела бы пропеть оду протеиновым составляющим продуктов. Почему? Потому что их реально в каждом продукте по три, в супах и в коктейлях. Почему три? Потому что все мы с вами разные. У нас с вами разное восприятие, разные возможности потребления и процент усваиваемости белков тоже всех уникален, но белок так очень сильно важен нам с вами, это ведь строительный элемент абсолютно всего нашего организма, каждой клеточке нужен белок. И говоря об этом, скажу, что три источника белка дают возможность, ну, максимально комфортно
себя чувствовать и себя ощущать и обновляться нашим клеточкам. Белковая составляющая – это красота нашей кожи, это красота наших волос, наших ногтей, это белки нужны нашим костям, нашим мышцам, это абсолютно все. Вот сейчас, если бы во мне не было бы белка, друзья мои, перед вами сейчас говорила одна большая лужа из жира и жидкости. Поэтому в данном случае три источника белка позволяют нам четко понимать, что один усваивается сильнее. Второй слабее, а третий поддерживает, ведь в организму нужно огромное количество аминокислот, а вот 9 незаменимых аминокислот, которые мы можем получить только с потреблением белковой пищи, дает нам возможность непосредственно потребления коктейлей и супов. На что еще важно обратить внимание? Конечно, на то, что наши продукты уникальны и в своем производстве. Почему? Потому что это не просто качество, которому можно доверять, да, или шведскость, или годы разработки, потому что мы с вами как люди лояльные, лояльные сотрудники, лояльные клиенты, мы гордимся созданием наших продуктов в Швеции, мы гордимся уникальным человеком Стигом Стеном, который делает замечательные вещи, которые максимально комфортно создает комфортные условия для тяжело больных, для их реабилитации или подготовки к операции. Но я хотела бы вам сказать те качества, те знаки, которыми отмечена наша продукция Natural Balance. Прежде всего скажу, что в 2009 году, когда на рынок Украины вышли коктейли Natural Balance, то буквально за один год, в 2010 шведских мощностей производства этого коктейля уже стало недостаточно. Просто недостаточным. И это один из очень важных аргументов. Поэтому производство коктейлей уехало на самый лучший завод, на европейский завод в Германии, где производится высококачественное спортивное питание. Сегодня мы можем говорить смело, что коктейли, супы Natural Balance, они разработаны, они производили в Швеции, но производства шведского недостаточно. И согласно высокой оценке, стандарту HACCP, стандарт, который в Европе самый высочайший стандарт пищевой продукции, он присваивается непосредственно заводу-изготовителю, где очень важна не только чистота кастрюли, образно говоря, но и важна натуральность пищевых компонентов. Что это те продукты, которые одобрены Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов Российской Федерации. В Украине для того, чтобы эти продукты появились, мы их отдали на тестирование в 2009 году. Целый год эти продукты тестировались, и на них был знак «Схвалы», но не «Питание Украины». А «Схвалы» — это «Одобрено». Мы говорим о том, что это те продукты, которые нам действительно дают возможность полноценно насытить свой рацион питания. Вот, давайте посмотрим на эти три источника белка. Причем, если говорить о коктейлях, молоко, это молочный протеин, он не совсем молочный, он сывороточный. То есть протеин взят из молочной сыворотки, где уровень лактозы 0,1. То есть практически, это 100% чистейший протеин. И как бы не печально, но это звучало, но даже у вегетарианцев, у веганов сывороточный протеин, он усваивается быстрее. На втором месте усваивается яичный протеин, а вот помощником является растительный протеин или протеин растительного происхождения, это белок зеленого горошка. Это мы говорили с вами о коктейлях. В супах тоже есть своя фишка. Почему? Потому что вот супы можно точно рекомендовать абсолютно всем вегетарианцам и веганам. Здесь нет никакого животного происхождения. Здесь даже вот растительный протеин, он 100% натуральный, 100% растительного происхождения. Это соя, это зеленый горошек. И в картофеле, в молодом картофеле выделен протеин, который называется туберин. Именно он является непосредственно необходимой составляющей для полноценного восприятия клеток нашего организма. Поэтому в данном
случае и в одном, и во втором продукте три источника протеинов дают возможность получить нашему организму 9 аминокислот, которые медициной названы незаменимые. Незаменимые по одной простой причине, что мы их можем получить только с полноценными, правильными, здоровыми продуктами питания. Давайте посмотрим на пищевую ценность наших продуктов. Итак, если посмотреть в среднем и на супы, и на коктейли, то их энергетическая ценность практически идентична. Содержание протеинов практически одинаково. Единственное, что в супах чуть-чуть больше углеводов, но медленных углеводов. А жиры тоже практически на одном месте. И в данном случае скажу, что калорийность и одного, и второго продукта, они, 70 калорий, она сравнима с одним яблоком. Причем не просто яблоком, а зеленым яблоком. Ни красным, ни желтым, а зеленым. Вот даже есть такая поговорка: яблоко на ужин, и доктор не нужен. Но на самом деле, разве есть в яблоке то необходимое количество белков и жиров, которые нам необходимы нашим клеточкам? Нет, яблоко зеленое – это кладезь медленных углеводов, клетчатки, витамина С. Поэтому в данном случае по калорийности они идентичны, но по энергетической ценности, по пищевой формуле, которая необходима для клеточек нашего организма, они еще более уникальны, еще более усовершенны. Еще одним продуктом, на который хочу обратить внимание в категории wellness серии Natural Balance, являются наши батончики. И не зря их называют протеиновыми, потому что здесь тоже отличная возможность или большое содержание протеина плюс огромное количество медленных углеводов в виде злаков, которые дают возможность полноценно насытиться, утолить голод нашему организму. Это отличная альтернатива сладостям, это возможность выбрать любой из двух перечисленных вкусов, шоколадного либо ягодного, и плюс они просто мега сытные. Ты съел один батончик, и ты ближайшие 3 часа даже не думаешь о еде. Давайте опять посмотрим на содержание протеина в батончиках. Три источника протеинов: опять сывороточный протеин, выделенный из молочной сыворотки, соевый протеин и протеин зеленого горошка. То есть процент усваиваемости индивидуален, но напомню опять-таки, что это еще одна возможность поддержать клеточки нашего организма белковой составляющей. 4 вида злаков. То есть злаки из овса, риса, пшеницы, ячменя, это дает возможность нам все это медленные углеводы, причем здесь рис не очищенный, не обработанный, это дает возможность нам не только насытить свой организм, но и плюс еще и содержит отличные клетчатые, да, или волокнистые клетчатку или волокна клетчатки, которые очищают наш желудочно-кишечный тракт. Плюс мощнейшая антиоксидантная защита. Друзья, вот натуральные ягоды в виде, вот есть ягода асаи, это мощный антиоксидант, который очень часто используют в косметической среде. Его используют в продуктах питания. Это продукты, вот ягоды асаи, это очень дорогой продукт в плане цены, благодаря своей уникальной формуле, уникальной возможности защищать клетки от повреждений. Поэтому ягода асаи – это еще одна защитная функция. Черника, богатая витамином С, еще один формат антиоксидантной защиты. Гранат, какао-бобы – это натуральные продукты, которые имеют мощнейшую антиоксидантную защиту, защиту нашей кожи, нашего тела, наших клеток непосредственно от повреждений. К категории wellness относится еще и серия Wellness Pack. Серия, которую бы я тоже назвала уникальной и совершенной. Почему? Потому что она настолько здорово сочетает в себе отдельные компоненты, микроэлементы, витамины, минералы, индивидуально подобранные для женщин, индивидуально подобранные для мужчин. Но скажу, что на самом деле
здесь есть чем гордиться. Чем гордиться? Ну, тем, что на самом деле продукт, ну, разработан, протестирован в Швеции, что до сих пор Wellness Pack создается в Швеции на фармацевтическом заводе, которому присвоен самый высочайший стандарт фармацевтического производства, это стандарт GMP. Это важная составляющая. На что еще важно обратить внимание? На то, что Wellness Pack – это продукт, который содержит в себе 21 пакетик. В каждом пакетике 2 капсулы омега-3. Одна капсула шведского бьюти-комплекса плюс и одно таблетированное дрожжи в виде витаминов и минералов, мультивитаминов и минералов. Поэтому в данном случае о каждом продукте или о каждой составляющей мне, конечно, очень хочется сказать, но все они настолько гармонично заключаются вот в этом пакетике, что не только усиливает усваиваемость компонентного состава, но и поддерживает действие друг друга на человеческий организм. Обо всем по порядку, и давайте посмотрим, что же это такое, и для какого возраста, и кому это нужно. На самом деле скажу, что согласно тому, когда мы можем рекомендовать в любом возрасте, смело говорю, в любом возрасте, начиная с организма взрослого человека. Согласно Министерству охраны здоровья МОЗ Украины, организмом взрослого человека считается человек с возраста от 12 лет и старше. Даже когда вы покупаете какие-то фармацевтические продукты, на самом деле, очень часто на них написано детям там, от 3 до 6 пол таблетки, от 6 там, одну таблетку, от 12 и старше для взрослого это там, 2 таблетки употребляют. То есть организм взрослого человека считается 12 и старше. Есть биологическая составляющая, потому что именно в 12 лет уже настает период полового созревания, и это тоже взрослый организм человека. А вот юридическая составляющая, она иная. Иная по какому случаю? Потому что на самом деле взрослым человеком с юридической точки зрения считается человек, достигший совершеннолетия. Совершеннолетие у нас 18 лет. Даже не в 16, когда человек получает паспорт. Поэтому в данном случае вариант употребления и рекомендации клиентам, он зависит непосредственно от огромного количества аспектов. Согласно медицинским показаниям с 12 лет, согласно законодательным нормам Украины с 18 лет. Но тем не менее, сколько бы нам ни было, 20, 30, 40, 60, эти продукты нам нужны всегда. Для поддержания молодости, для поддержания энергии, для здоровья иммунной системы. То есть достаточно очень много преимуществ, которые в принципе указаны непосредственно на самой упаковке. Вот если посмотреть, подержать в руках упаковку, то можно увидеть, что Wellness Pack полезен по ряду причин. Благодаря тому, что отлично воздействует на кожу. Это эластичность, и увлажненность, уменьшение морщин. Отлично воздействует на наш жизненный тонус, это энергия на протяжении целого дня. Это здоровье иммунной системы, а значит риск хронических заболеваний, он будет уходить на задний план и будут замедляться воспалительные или окислительные процессы в организме. Организм будет сопротивляться всевозможным недугам и вирусам благодаря здоровью иммунной системы. Сердце. Один из самых важных органов, и сердце и его сосуды очень часто страдают либо от движения, либо от питания и так далее. Мы хотим, чтобы наши сосуды были прозрачны, чтобы в них быстро бежала жидкая кровь, а не густая кровь, чтобы нашему сердцу легко работалось, чтобы на сосудах не образовывалось на стенках сосуда жировых бляшечек, и наши показания или анализы крови в виде липидов крови, холестерина, триглицеридов, чтобы они всегда были в норме. Так вот, Wellness Pack дает возможность бежать по чистым сосудам жидкой крови, облегчая и улучшая работу сердца.
МСП снижает воспалительные процессы в суставах, и чувствуете вы себя комфортно. ВЛСП отлично восстанавливает после самой тяжелой тренировки, то есть очень легко. Почему? Потому что на самом деле благотворно воздействует на работу мышц, а именно восполняя потраченную энергию и те ткани, которые, грубо говоря, разорвались, когда мы чувствуем болевые ощущения и молочная кислота гуляет по организму. Так вот, именно ВЛСП восстанавливает и снижает этот уровень. Конечно, наше зрение. Благодаря витаминам, жирорастворимому витамину А, благодаря чернике улучшается состояние нашего зрения и увеличивается сопротивляемость солнечным лучам. Это тоже достаточно очень важные вещи. Я уже говорила о том, что если говорить о уникальности этих продуктов, первое, на что бы я обратила, конечно же, внимание, на то, что они создавались и до сих пор производятся в Швеции на фармацевтическом заводе самым высоким стандартом, стандартом GMP. Это очень важно. Причем скажу, что стандарт GMP – это не просто высочайший стандарт, а он учитывает абсолютно все аспекты создания продукта, создания компонентного состава, тестирования продукта. Мало того, это стандарт, который присваивается непосредственно по результатам производства продукта. То есть действительно стандарт, влияющий на качество продукта. Это очень-очень важно об этом говорить. Что Wellness Pack состоит из омеги-3, состоит из комплексов мультивитаминов, минералов, отдельно подобранных для женщин, отдельно подобранных для мужчин. Что содержит жирные кислоты, содержит астаксантин, содержит экстракт черники, что не содержит никакого искусственного желатина, там или бычьего, или свиного, а содержит, или желатин состоит только из субпродуктов рыбы. Но вот если заглянуть в Wellness Pack поподробнее, о каждом продукте я бы хотела сказать. А сказать я хотела бы одну важную вещь, что глядя на маленькую темно-темно-красную, почти коричневую капсулку шведского бьюти-комплекса «Плюс», хочется туда заглянуть, раствориться и понять, что же это. Так вот, на самом деле в этой капсуле есть два очень важных компонента. Это сам астаксантин и вторая составляющая – это черника. Говоря об астаксантине, скажу, что не компания Oriflame ее нашла, а ее нашла наша компания-поставщик, компания Биореал. И один из научных руководителей этой компании, Аки Игнал, и он говорил одну очень важную вещь, что на самом деле астаксантин вырабатывается в особой водоросли, она называется Haematococcus pluvialis, и произрастает у берегов Стокгольмского архипелага. И эта водоросль имеет возможность оставаться живой даже после длительного времени, находясь под палящими лучами солнца. То есть во время прилива, вода выкидывает эту водоросль на камни, и под палящими лучами солнца она не засыхает, она краснеет. А потом опять, попадая в воду, организм, который ни секунды не может жить без воды, он опять становится зеленым, что позволяет водоросли оставаться живой. Вот этот красный пигмент, астаксантин, сегодня ни в природе, ни в медицине мощнее просто не создано. Вот нужно понимать, что мощнее антиоксиданта защитить просто не создано. И астаксантин еще и усилен черникой, отдельным источником, да, отдельным антиоксидантом, который, в принципе, дает возможность вместе вот в таком вот дуэте делать колоссальные вещи. Ведь на самом деле есть же исследования, мы о них и говорили, в руководстве продукции Wellness об этом написано, о том, что исследование потребления астаксантина проводилось и на женщинах, и на мужчинах. И на самом деле у женщин оказались потрясающие результаты, потому что астаксантин настолько мощно воздействует на кожу, улучшая ее увлажненность, разглаживание, снижается сухость кожи, уменьшается количество морщин, что буквально через полгода кожа становится гораздо-гораздо моложе. Почему? Потому что у астаксантина есть уникальная способность не просто как антиоксидант закрывать клетку, как саркофаг, а накапливаться в ней. Накапливаться, создавать ее здоровой, крепкой, защищать ее от разрушительного воздействия свободных радикалов. И точно такое же было исследование на мужчинах.
Оказывается, что если мужчина занимается физической активностью и употребляет астаксантин в своем рационе, то он гораздо сильнее. У него больше шансов получить высокие результаты в росте мышц, мышечной массы, выносливости гораздо быстрее, чем у любого простого смертного мужчины, который не употребляет ничего, но точно так же занимается спортом. Поэтому на самом деле это достаточно хорошая возможность, и это возможность быть и здоровым нашим организмом, потому что у него есть уникальная способность еще и защищать от всевозможных вирусов, и это все шведский бьюти-комплекс. Вот говоря о чернике, она еще и воздействует на наше зрение, ведь многие знают, что есть такая пищевая добавка, когда вы начинаете чувствовать как боль в глазах, либо меняется цветовое восприятие. На самом деле здесь черника просто необходима для того, чтобы восстановить зрение и улучшить работу зрительного пурпура, но об этом чуть-чуть позже. Еще один продукт, на который стоит обратить внимание, в Wellness Pack, его состав, это отдельно подобранные мультивитамины и минералы для женщин, отдельно подобранные мультивитамины и минералы для мужчин. И в данном случае скажу, что на самом деле витамины и минералы, они имеют свою особенность. Особенность, которая в них есть суточная норма, суточная дозировка, которая необходима нам с вами. И если говорить о водорастворимом, например, витамине, витамине С, то для того, чтобы получить его суточную норму, навряд ли нам хватит одного с вами ящика апельсинов. Навряд ли хватит для того, чтобы получить суточную норму. Но, к сожалению, у нас настолько сегодня скудная почва по всему миру, настолько плохая экология по всему миру, настолько мы уже влезли в продукты, в выращивание, в удобрения и так далее, что на самом деле витамины, минеральные составляющие нам получить с продуктами питания, с овощами, с фруктами достаточно очень-очень сложно. А ведь на самом деле вита от латинского слова... От латинского слова «жизнь». Они нам жизненно необходимы. И вот если вот убрать вообще понятие, да, и говорить о витаминах, я вам скажу опыт русского профессора Лунина в 18 веке. Этот профессор, который испытывал действие витаминов на группах мышек. Была группа мышек, которые просто получали продукты питания, а вторая были витаминизированные зерна. Так вот, вторая группа мышек очень долго прожила, и мало того, стала крепче и выносливее, а первая очень быстро умерла. То есть витамины, жизненно необходимые вещи, которые просто благодаря которым мы с вами живем. И поэтому, говоря о витаминах, это здоровье нашей системы, иммунной системы, абсолютно всех ее отдельных систем взятых. Это очень важно. Минеральная составляющая. Здесь еще одна важная вещь. И в данном случае, говоря о минеральной составляющей, очень многие минералы помогают или работают вместе с витаминами, как сладкая парочка Твикс. Вот витамины, минеральные комплексы у нас содержат в среднем, да, это 12 витаминов и 10 минералов, но это в среднем. У мужчин минеральная составляющая усилена магнием, цинком и селеном, у женщин фолиевой кислотой, это витамины группы В, и минералами железом и кальцием. В данном случае хочу сказать о том, что нашему организму нужны все витамины. Мы с вами знаем, что есть жирорастворимые витамины, их всего лишь 4, А, Д, Е и К. Что нашему организму нужны водорастворимые витамины, это витамины группы В и витамин С. Это очень важно. Какие-то витамины в организме есть, например, витамин А, он находится в мышцах, он находится в нашей печени, но тем не менее мы его тоже должны получать с продуктами питания или с пищевыми добавками по одной простой причине, что запасы витамина А в организме не иссякают, они исчерпываются, и поэтому их нужно пополнять для того, чтобы полноценно жизнедействовать. И в данном случае витамины, минеральные комплексы, например, кальций, витамин D, это сладкая парочка Твикс. Это не только здоровье костей, а это и здоровье зубов.
Если мы говорим о минерале железа, то это сладкая парочка вместе с фолиевой кислотой для женского организма. Это очень важно для женщины. Если мы говорим о мужчине и о красоте его кожи, то в данном случае здесь никак не обойтись без минерала селен и витамина С, водорастворимого витамина, который вместе, как сладкая парочка от Викс, вот как волшебная палочка, колдует над красотой и молодостью мужской кожи. Это важные составляющие, поэтому в данном случае, не потребляя их, мы можем просто ухудшить свое здоровье. Но и процент усваиваемости у каждого человека свой, он индивидуален, он необычен, и очень важно понимать, что это те продукты, которые рекомендованы суточной дозировкой непосредственно вместе с потреблением продуктов. Вот она, дневная норма. Здесь у вас на слайде вы видите, что содержится и какие содержатся дозировки. И в данном случае очень важно, чтобы вы это понимали, что мы пьем и что мы можем рекомендовать. И третья составляющая Wellness Pack, то есть до этого мы говорили шведский Beauty Complex Plus, мы говорили о витаминах и минералах, и сейчас я хочу вам рассказать об омеге-3. Почему? Потому что ее важность заключается больше в том, что мы ее не синтезируем в организме, она у нас нигде не лежит, ни в печени, ни в сердце, ни в костях. Мы ее получаем только с продуктами питания. Это качественные яйца и это жирные сорта рыб. И тут в данном случае появляется у нас вопрос. Омега-3, жирная, полинасыщенная жирная кислота, которая так нужна абсолютно всему. И вот очень часто я об этом всегда говорю, о том, что на самом деле у омеги-3 есть потрясающие свойства. Почему? Потому что она благодаря своей уникальности, она снижает воспаление суставов, она делает чистенькими наши сосуды, то есть влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы. Она улучшает работу мозга, она делает эластичность нашу кожу, и особенно омега-3 рекомендован, например, в подростковом возрасте, когда есть угревые высыпания на коже или чувствительность кожи, это недостаток жирных кислот, и в данном случае омега-3 отличная возможность привести в порядок кожу свою тоже. Омега-3 – это и возможность радоваться жизни. Почему? Потому что содержание вот ДГК и ЭПК кислот в комплексе с вот альфа-линолевой кислотой, которая здесь есть, они дают возможность радоваться, снижают риск таких заболеваний, как риск депрессии. Это тоже очень важно. Но и жирная среда омега-3 дает возможность жирорастворимым витаминам из витаминно-минерального комплекса быстрее усваиваться в нашем организме. Говоря об омеге-3, еще раз напомню, что она не содержит никаких искусственных вещей, либо тех, которые ей неприродны, там, в виде свиного или бычьего желатина. Что капсула – это субпродукты рыбы, то есть выделили непосредственно всем омегу-3, да, весь рыбий жир, а все остальное пошло на переработку капсулы. Что производится наша омега-3 вот из жирных сортов рыб, выловленных в северных морях Атлантического океана. Проходит многоступенчатую очистку, в данном случае пятиступенчатую очистку, для того, чтобы сама капсула, само содержание было максимально эффективно и полезно для здоровья, и без всевозможных тяжелых металлов, токсинов, как то, что может впитывать, в принципе, себя рыба непосредственно в окружающей среде. В соответствии с стандартом GMP. Ну и, конечно же, вот уровень этих кислот, то, что отличает омегу-3, например, от оливкового масла, это содержание ДГК и ЭПК кислот. Если посмотреть на расшифровку, ДГК – это догазодицаеновая кислота, ЭПК – эйкозапенталеновая кислоты. Но на самом деле именно они
Почему вот я сказала, снижает риск депрессии, дает возможность людям радоваться жизни. Эти две полинасыщенные жирные кислоты ДГК и ПК являются отличным источником построения нейронов нервной системы, что это научно доказано. И мы можем говорить, вот есть такое, да, что нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются, обходят пораженный участок и идет рассвобождение дальше. Это самое важное, это то, что нам с вами нужно пить всегда. Нашим детям для того, чтобы хорошо они воспринимали информацию в школе, в детском саду, чтобы они учили быстро стишки, подросткам, чтобы у них была отличная кожа, а взрослым людям для того, чтобы были энергичные, работоспособные, ему гибкость мозга была уникальна. Пожилым людям для того, чтобы работало сердце, не болели суставы, чтобы не жили воспоминаниями. Это абсолютно все важно. И поэтому омега-3 один из важных составляющих, плюс и усиленно, вернее, помогает прекрасному усваиванию жирорастворимых витаминов, это тоже достаточно очень важно. Третья категория, да, мы с вами поговорили о категории Wellness Natural Balance, мы с вами поговорили о Wellness Pack, и, конечно, настал период поговорить нам с вами о наших детях. И в данном случае скажу, что мы с вами, когда растим наших детей, детки наши маленькие, мы очень тщательно смотрим на то, что они кушают. Мы очень тщательно смотрим на то, что они пьют. Мы, покупая какое-то молоко, чуть ли не в лицо знаем ту козу, козье молоко которого пьют наши дети. Но в данном случае скажу, что так уж сложилось. Наверное, все-таки то, что детям невкусно, как и взрослым, как правило, это всегда очень-очень полезно. И очень часто они идут на всевозможные хитрости, выбивая из нас всевозможные сладости, снеки, газированные напитки и так далее. Хорошо, когда ребенок с этим не знаком, но если ребенок один раз попробовал, то за уши оттянуть от этой вредной, от этих вредных продуктов просто невозможно. А ведь на самом деле, говоря о питании детей, очень важно понимать, что ежедневно наш ребенок должен потреблять 400 грамм фруктов, это как минимум, что 3 раза в неделю он должен потреблять жирные сорта рыб, но поднимите руку, напишите мне в чате, чьи дети в возрасте от 4 лет любят рыбу. Причем, если она, например, запечена в фольге или приготовлена на пару. То есть на самом деле родители только 12% детей используют эти рекомендации. А в большинстве случаев вот четверть родителей идут на поводу у детей и им на самом деле рекомендуют не совсем полезные вещи. Так вот, для того, чтобы улучшить рацион питания, и даже не улучшить, а насытить детский организм полезными питательными элементами, у нас и появилась детская категория wellness. И говоря о детской категории wellness, конечно, здесь очень важно и хочется сказать о том, что здесь те продукты, которые им просто необходимы и просто нужны. Омега-3 и детские витамины и минералы. Причем, говоря и о том и другом продукте, вот, например, в витамины и минералы, это такая мягкая, жевательная, таблетированная дрожжи, в котором содержится 2 жирорастворимых витамина, витамин А и Д, и витамин С, который является водорастворимым, ну а также цинк и селен, которые необходимы для быстрого взросления или полноценного взросления детского организма. Что, говоря о витаминах и детской омеге-3, ну, прежде всего, омега-3 у нас жидкая, и она еще усилена вкусом, и ее содержание гораздо выше, вот уровень ДГК и ПК, и рекомендация потребления омега-3, концентрация ее гораздо выше, чем во взрослой омеге. Почему? Потому что детям ее нужно гораздо больше. Они растут, и для роста детского организма омеги-3 нужно больше. И если вдруг ваш ребенок еще не научился пить детскую омегу, поверьте, что взрослой одной капсулы будет недостаточно, хотя будет недостаточно и 2 капсул взрослой омеги-3. Но почему мы ее предлагаем в жидком виде? Не потому, чтобы вы ложкой заливали в рот ребенку, у него было очень такое неприятное послевкусие рыбьего жира, для того, чтобы вы его незаметно добавляли в кашу, на хлеб, в любые продукты,
чтобы это незаметно потреблялось нашими детьми, потому что именно детская нега нужна вот в такой необходимости. На самом деле скажу, что категория wellness, она, детская категория wellness, она на самом деле необходима, ну, для всего женского детского организма, и для иммунитета, и для зрения, и для костей, и для крепости зубов, и для того, чтобы ребенок был энергичным, быстрее рос, для того, чтобы была хорошая работа мозга, чтобы была крепкая нервная система, в принципе, для этого есть абсолютно все непосредственно вот в таком вот витаминном комплексе и в омеге-3. Давайте посмотрим. Итак, детские витамины и минералы, 13 витаминов и 8 минералов. Итак, витамины А, витамин С, витамин Д, витамины группы В. Вот, а также здесь цинк, селен, кальций, магний, железо, хром, йод и цинк. То есть на самом деле скажу, что все эти продукты, все эти минералы и витамины, они для того, чтобы ребенок полноценно рос. Рос крепким, рос здоровым и восполнять уровень необходимых веществ. Это очень важно. Рекомендация употреблять начиная с 3 лет, хотя на упаковках в Украине написано с 4 лет, вот, но тем не менее, с 3 лет по одной таблетке, а вот уже с 10 лет можно употреблять по 2 таблетки. А напомню, что еще и непосредственно витаминно-минеральный комплекс детской категории wellness, он еще и таблетированные дрожжи, они улучшены особым компонентом ксилитом, который еще и укрепляет зубы, то есть воздействует на зубы достаточно очень комфортно и очень хорошо. Давайте пойдем к следующему продукту, и омега-3, детская омега-3. Говоря о ней, скажу, что в данном случае это отличный источник полинасыщенных жирных кислот, что это омега-3 еще и содержит в себе витамин Е, что она усилена вкусовыми добавками в виде лимонного и апельсинового сока для того, чтобы улучшить вкусовые пристрастия, улучшить вкусовое восприятие этого продукта. Польза его неоспорима. Это и память, это и концентрация внимания, это вообще работа сердца, зрения и всей нашей нервной системы. Какая же рекомендация? То есть здесь рекомендация по украинским нормам, вернее, по европейским нормам, одна чайная ложка в день, которую вы можете добавлять в продукты питания. Да, можете в еду, но если ваш ребенок употребляет, можно в чистом виде. Но скажу, что не всегда одна чайная ложка, особенно для педиатров Украины, является нормой. Поэтому на украинской продукте в продуктах омеги-3 есть украинская клейка, на которой написаны меры потребления или уровень потребления омеги-3 непосредственно согласно рекомендациям украинских педиатров. Это было очень часто, поэтому у нас разнятся комментарии, когда мы говорим «одна чайная ложка», она нам говорят, там написано 1-2 мл, и прикладывают еще и дозатор. Поэтому в данном случае опирайтесь на мнение украинских педиатров, используйте дозатор, опирайтесь на мнение и рекомендации всемирных, обязательно используйте чайную ложку в рационе, добавляя в питание. Поверьте, омега-3 для детей безумно-безумно важна. Еще одна важная, четвертая категория продуктов. До этого я вам говорила о тех продуктах, которые, в принципе, включены в подписку Wellness «Постоянный клиент», когда можно покупать продукты в течение 3 каталогов, в четвертых забирать подарок. Вот. Но есть продукты, которые рекомендовано потреблять курсами, и созданы они непосредственно по какой-либо проблеме. К этим продуктам относится внутрикомплекс для волос и ногтей, и рекомендован он в том случае, если мы чувствуем, что у нас достаточно много выпадает волос, если мы видим, как слоятся наши ногти, какие тусклые, не сияющие, секущимися кончиками наши волосы, то есть, видя эти проблемы, хотя бы одну из них, вы должны понимать, что внутрикомплекс вам нужно пропить. Причем просто пропить курсом и уже увидеть результат. Если посмотреть на формулу внутрикомплекса, то в данном случае скажу, что здесь есть
Ну, абсолютно все, что необходимо, внутри комплекса мы водорастворим. То есть сегодня нужно с продуктами потреблять, просто отдельно выпить две таблетированные дрожжи для того, чтобы было комфортно. Но если посмотреть, из чего он состоит, заглянуть в саму формулу, то L-лизин – это особый компонент, он замедляет выпадение волос и продлевает их жизненный цикл. То есть он усиливает луковичку, волосяную луковичку, которая держит непосредственно волос. Если посмотреть на L-цистеин, то это одна из составляющих кератина. И на самом деле L-цистеин делает и волосы, и ногти более прочными и менее ломкими. Если посмотреть на экстракт яблока, я бы назвала, что здесь участвуют порциониды зеленого яблока. То ну, здесь увеличивается количество волос, здесь увеличится их объем, здесь ну, вот сила волос, вот это все вот порциониды зеленого яблока. Участвует также минерал железа, который приостанавливает выпадение волос и опять-таки стимулирует луковичку к росту крепкого здорового волоса. Участвует витамин С, который усиливает усваиваемость минерала железа. Здесь точно так же есть и цинк, как дополнительные компоненты, и селен, который благотворно воздействует сами на качество волос, в том числе как бы и на качество ногтей. Есть свои клинические результаты, почему? Потому что, к сожалению, у компании Oriflame нет такой тестовой базы, но эта тестовая база находится в Великобритании. Туда обращаются абсолютно все компании, которые производят средства либо наружного потребления, применения или внутреннего потребления по средствам, которые как-то сказываются или тестируются на волосах. И вот есть свои доказанные результаты. Почему? Потому что на этой базе 100 женщин в возрасте от 30 до 65 лет, потребляя нутрикомплекс для волос и ногтей в течение 3 месяцев, увидели потрясающие результаты. Выпадение волос сократилось больше, чем на 68%, и ногти стали крепче на 78%. Это после потребления одного курса. Как часто нужно пить? На самом деле очень важно сделать небольшой перерыв. То есть вы можете сделать перерыв в виде 3 недель и дальше при необходимости повторить такой курс. Вот способ применения. Пьете курсами 3 месяца пьем, 3 недели делаем перерыв, и потом по нашему желанию можем это все повторить. Очень часто задают вопросы по нутрикомплексу. Почему? Потому что это тот продукт, который может как-то, возможно, повлиять на состояние, либо наоборот усилить действие волны спека. Очень часто есть вопросы, особенно недавно у нас в каталогах нутрикомплекс для волос и ногтей был одним из драйверов, что его можно было купить с 50% скидкой, если в течение 2 каталогов вы делаете заказ на определенную сумму. Так вот, есть вопрос, нет ли, например, угрозы передозировки, да, вот принимая такое во внимание. Могу сказать точно, что на самом деле в связи с тем, что пересекаются не только по состоянию вот железа и витамина С, то на самом деле минерал железа, он всегда нейтрализуется в организме, его всегда недостаточно, как в мужском, особенно в женском, если мы в рационе употребляем молоко или сыры, твердые сыры. И поэтому, если в вашем рационе такое есть, то железа будет недостаточно. Передозировки никогда не будет. Это то, что необходимо для непосредственного воздействия и решения проблемы выпадения волос, слоящихся ногтей. Вот. Результаты видны не сразу, но результат виден через 3 месяца употребления, то есть после прохождения 1 курса. Я беременна или кормлю грудью, можно ли мне принимать нутрикомплекс для волос и ногтей? В данном случае вот здесь могу сказать точно, что принимать и тестирование на беременных или кормящих женщинах, вот, к сожалению, всей категории wellness у нас не было. Поэтому мы не можем четко понимать или определить продукт водорастворим. Но для того, чтобы полноценно
определиться, подходит он вам или не подходит, нужно спросить либо у гинеколога беременной женщине, либо у педиатра кормящей женщине. Вот. Столкнуться с проблемой облысения, поможет ли мне нутрикомплекс для волос и ногтей. Проблема облысения – это повышение, это изменение на гормональном уровне, это повышение гормона тестостерона. Нутрикомплекс для волос и ногтей никак не влияет на содержание тестостерона в вашем организме, поэтому в данном случае проблема облысения, ну, или, скажем так, не влияет на рост новых здоровых волос, но может повлиять на пушок на голове, скажем, вот таким вот образом. Можно ли принимать нутрикомплекс для волос дольше, чем 3 месяца? Опять-таки напоминаю, что это курс, 3 месяца пьете, 3 недели делаете перерывы, и если вы не получили, недостаточный результат, опять 3 месяца пьете. То есть он пьется только курсами. Почему надо делать перерыв? Можно ли принимать нутрикомплекс без перерыва? Перерыв нужно делать для того, чтобы дать возможность организму без нутрикомплекса полноценно производить крепкие здоровые ногти и волосы, крепкие сияющие волосы. То есть это возможность организму не получать дополнительные продукты, пищевые добавки, для того, чтобы организм сам продуцировал крепкие здоровые волосы. Но я хочу вам сказать, что очень часто результатом является уже потребление нутрикомплекса, виден эффект после первого курса потребления, плюс еще принимая во внимание коктейли, супы, то есть протеиновую составляющую, на второй курс мало кто приходит. Не спровоцирует ли нутрикомплекс рост волос на других участках тела? Важно понимать, что у нас есть и пушковые волосы, да, например, на лице, разные типы волос, но вот нутрикомплекс работает только с теми волосами, которые растут только на голове и непосредственно с этой частью и на эту составляющую. И тот продукт, который у нас появится в следующем каталоге, на который очень важно обратить внимание, это наша новинка. Это, ну, наверное, это гордость, я бы так назвала. Это протеиновый комплекс. Почему? Потому что на самом деле очень часто многие наши мужчины и женщины, они просили важную вещь, они просили, ну, просто дайте нам что-то, что было бы без вкуса, без цвета, без запаха, потому что очень часто люди реагируют неправильно. И вот в данном случае и сам Стикстен говорил о том, что он создал тот продукт, который, ну, прекрасно будет прекрасным дополнением ко всем вашим любимым блюдам в вашем рационе. Вот, и это продукт, который, если вы пьете один самостоятельно, да, одномерная ложка 18 грамм, вы не почувствуете ничего, нет ни вкуса, нет запаха, а вот добавление с другими продуктами, конечно, есть свои результаты. Но обо всем по порядку. Итак, ни для кого не секрет, что на самом деле для нашего здоровья вот 50% на здоровье влияет наше питание, его качество, качество питания. Да, уже дальше идет часть медицинского обслуживания, какая-то вот негативная окружающая среда, возможно, наследственность, но основное 50% это то, что мы с вами едим. Это то, какие продукты мы с вами потребляем. А мы с вами хотим сейчас жить очень-очень долго. Мы с вами практически все ЗОЖ ведем, ЗОЖники, как говорят мои коллеги. То есть мы ведем здоровый образ жизни. И на самом деле мы должны понимать, что если мы потребляем некачественные продукты питания, это приводит к тому, что у нас в нашем организме недостаточно аминокислот, недостаточно белка, что мы не получаем клетчатку, что мы не получаем витаминов, что мы едим слишком много неполезной жирной пищи, и это приводит к тому, что у нас не только проблемы с фигурой, у нас слабое здоровье с иммунной системой, у нас проблемы с сердцем, проблемы с обменными процессами в организме. Это все питание, друзья мои. И вот для того, чтобы улучшить, усовершенствовать наши питание. В рационе должен быть протеиновый комплекс. Он должен быть. Почему? Потому что на самом деле это возможность сбалансировать саму формулу, это возможность
возможность накормить клеточки всего нашего организма, вот те самые 300 миллиардов клеток, которые, из которых мы с вами состоим. Это возможность регулировать вес, это возможность выглядеть красиво, здорово и спортивно и защитить еще и свой организм от негативной окружающей среды. Какие в нем преимущества? Прежде всего, здесь выше белковое содержание в протеиновом комплексе, чем в коктейле. Выше в два раза, его больше, белковая составляющая. Здесь аж целых три источника, растительных источника, которые являются клетчаткой. Конечно же, нейтральный вкус. Это вот по просьбам многих у нас появилась вот такая вот формула. Давайте посмотрим на белок. Но мы с вами уже понимаем, что белок мега важен. Он нам просто необходим для всех наших клеточек, но в данном случае скажу, что формула здесь содержит, содержит три источника белка. Вот, причем это белок яичный, это белок зеленого горошка, это белок, выделенный из молочной сыворотки, сывороточный белок. И скажу, что на самом деле... И горошек является натуральным источником белка, белкового происхождения, растительного происхождения. И яичный протеин, он натуральный. И сывороточный протеин, это вот цельный белок, выделенный из молочной сыворотки. И они нужны нам для того, чтобы каждая клеточка получила вот те аминокислоты, которые нам необходимы. Говоря о клетчатке, я всегда ее сравниваю только со скрабом для лица. Вот если вы мне напишите, напишите в чате, кто пользуется скрабом для лица, ответьте, пожалуйста. И напишите эффекты, для чего вы пользуетесь скрабом для лица. Пишите? Отлично. Кто-то пишет мягкость, кто-то говорит шелковая кожа, кто-то вот действительно говорит, чтобы удалить старые клетки кожи, то есть дать дорогу молодым клеточкам, очищает поры, сужает поры. Это все делает скраб. А после скраба ваша кожа прямо розовенькая, прямо гладенькая такая. Да, это отлично. На самом деле это правда. Вот клетчатка – это скраб для желудочно-кишечного тракта. Очищает, выводит грязь, выводит токсины из организма. Понимаете, насыщает. Клетчатка так необходима в работе кишечника. Она улучшает перистатику, работу кишечника непосредственно. Это очень-очень важно. Ну и говоря о том, что содержится в клетчатке содержится тоже натуральный продукт. Это шиповник. Причем это натуральный вот источник витамина С. Здесь содержится клетчатка из свеклы. И точно так же клетчатка из зеленых яблоков, которые тоже являются источником витамина С, и это достаточно очень комфортно. Я не могу сказать, что здесь нет медленных углеводов или насыщенных жиров. Они здесь есть по одной простой причине, что зеленое яблоко – это кладезь медленных углеводов, а жирные кислоты здесь взяты непосредственно из яйца, которое, яичный протеин, используется непосредственно белковой составляющей. Но эта формула настолько уникальна, что и медленных углеводов и жиров здесь очень мало, здесь много белков и здесь очень много клетчатки. Итак, давайте посмотрим. Есть сывороточные протеины с молока, есть яйцо, есть протеин горошка зеленого, есть клетчатка из яблок, свеклы и непосредственно шиповника. Как этот продукт потреблять? Я уже до этого сказала, что если вы его будете потреблять самостоятельно, то он никак не повлияет на ваши вкусовые пристрастия. Но что в нем здоровского, что в нем классного, это то, что в нем есть, его можно добавлять в супы, в любимые смузи, делать из него йогурт, делать выпечку, то есть абсолютно огромное количество. И глобально представляет наш протеиновый комплекс блогер Татьяна Рыбакова. У нее есть уникальная своя история, вот если вы посмотрите сейчас на слайд, то вы увидите 35 миллионов просмотров в YouTube, друзья мои. Это единственная женщина, вот, которая вот, ну,
не настолько медийная, насколько она мега популярна, по одной простой причине, что она снизила свой вес на 50 килограмм в течение 3 месяцев. То есть понятно, что и кожа должна подтягиваться, для того, чтобы кожа быстрее подтягивалась после такой интенсивной потери веса, нужно, чтобы она уникальная была, сбалансированная, правильная система питания. Очень важно. И вот говоря о том, как она представляет, она отдает предпочтение полноценным продуктам питания, а вот 100%. Почему? Потому что энергия, возможность быть самой энергичной, возможность заниматься спортом, выделить свой тип физических нагрузок, насыщать свой организм, восстанавливать кожу, подтягивать ее, это все идет от питания. И говоря о питании, у нее есть свои комментарии, вот прям целые комментарии, целые рецепты, что сколько, вот если вы готовите свои любимые йогурты, либо любимые какие-то смузи, не забывайте, что одна порция протеинового комплекса, то есть мерная ложечка, даст возможность вам в любом случае усилить протеиновую составляющую непосредственно в этих продуктах. Если мы говорим об обеде или об ужине, не забывайте, что точно так же протеиновый комплекс легко добавить, выпекая хлеб. Ну вот очень многие, у многих в доме есть хлебопечь, очень многие пекут. Мой брат печет хлеб, мы его не едим, а он печет свой уникальный. Так вот, я понимаю, что хлеб Wellness с 2 порциями протеинового комплекса, он будет просто необходим. Если мы говорим о всевозможных напитках в виде смузи, то здесь есть тоже свой рецепт таких вот зеленых продуктов, которые еще и обладают мощной антиоксидантной защитой, плюс еще и добавляется непосредственно протеиновый комплекс. Я хотела бы вам сказать одну очень важную вещь. Не стоит путать протеиновый комплекс с коктейлями Natural Balance. Это две разные вещи. Коктейли Natural Balance вы можете пить сами, самостоятельно. Они все имеют свой определенный вкус. Вы их можете добавлять непосредственно в какие-то свои основные рационы питания. Это коктейль, это шейк, это то, что можно размешать, выпить, это вкусно, сытно и плюс еще и сладко благодаря сукралозе, которая в ней содержится. Что же такое протеиновый комплекс? Это без цвета, без вкуса, без запаха, который используется точно так же мерной ложкой, но выпивая его, вы не получаете вкусовой радости, вот ощущение от радости, выпивая самостоятельно, а вот добавляя его в свои основные продукты питания, в суп перед употреблением, в салат я видела, вот, например, что легко добавить несколько ложек протеинового комплекса в салат с оливковым маслом, это тоже очень вкусно. Вот, это важно. Вы не можете их ставить на одну полочку, потому что они даже называются по-разному. Есть коктейли Natural Balance, есть отдельно протеиновый комплекс, который будет отличной возможностью красоты нашей кожи, здоровья наших клеток, отличных физических возможностей наших и так далее. И плюс еще и возможность балансировать вес. Балансировать, регулировать вес и быть энергичным на протяжении целого дня. Говоря по формуле, вообще коктейль низкокалорийный, содержит низкий гликемический индекс. И на самом деле белков в данном продукте в 2 раза больше, чем в коктейлях или чем в супах. Поэтому обращайте на это внимание и делайте свои непосредственно комментарии в этом. Если у вас есть вопросы, я на них с огромным удовольствием отвечу. Пока запущу ролик «Wellness Завтрак», вы, пожалуйста, пишите, потому что я уж точно никуда не спешу, у меня есть о чем с вами поговорить. Я думаю, что у вас вопросов много.
продолжу и, наверное, хотелось бы немного ответить на ваши вопросы, какие у вас тут есть. Вот. Я пройдусь по всем, почему? Потому что я поняла, мне коллеги сказали, что не все видят вопросы, поэтому я вопросы буду озвучивать для того, чтобы понимать вопросы. Так, у меня нет звука, звук есть. Так, у меня внук принимает.